В Египте в результате пожара на мебельной фабрике заживо сгорели 19 человек. Еще шестеро скончались позже в больнице. Ожоги различной степени тяжести получили свыше 20 жителей. Трагедия произошла в пригороде Каира. Огонь распространился на площади не менее 1500 квадратных метров. По предварительным данным, возгорание возникло в результате взрыва бытового газа. Мы приступали к работе утром, когда услышали сильный взрыв в цехе под нами, одним этажом ниже. Они работают с химией, у них есть баллоны с кислородом. Один из баллонов взорвался, после чего загоревшаяся химическая смесь подорвала все здание.